Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет, с вами Галактики и Славик Одессит. В очередной раз арк Survival Evolved, только с нуля. На новом, свежем, европейском, с нормальным пингом, сервере, номер которого мы вам не скажем по очевидным причинам. Мы решили все-таки пожертвовать 50 часами моей игры ради более комфортных еще многих часов игры на европейском сервере, потому что мы на американском играли, там просто такие лаги были иногда. Это телепортирующиеся враги, динозавры и прочее, не очень приятно, конечно. Да. Это, во-первых. Во-вторых, лично не знаю, как Антон, но я, честно, чувствовал себя немножко не в своей тарелке из-за того, что мы вот прям так начали не с самого-самого начала и прямо уже да, не показали Слава ни основ. Очень ничего. Хотел... Я предлагал, чтобы я там за ночь дом построил. Я хотел, чтобы мы вместе с нашими зрителями через стерны к звездам. А ты сразу же на полпути к звездам. Ну, как-то так, да. Ну, чтобы ближе зрителям к звездам было. Вот, собственно, мы поэтому начинаем заново. Собираем камушки. Сейчас будем крафтить себе первые инструменты. Вот он, первый левелапчик. На самом деле, были ребята, которые просили, чтобы мы вот как-то сначала начинали играть, которые не поняли вообще, что происходит, когда первая серия, а у нас уже там дом, да, и все такое. Вот, он там, Слава, еще одно бессознательное тело. Идем посмотрим. Сейчас. А еще, что хорошо, что здесь игры какие-то относительно свежие все, поэтому какого-то такого явного преимущества у них нет перед нами, допустим. Потому что мы вот побегали вчера на старом сервере, место искали под дом, mm-hmm. и там встретили таких ребят с огнестрелом на тиранозавре, mm-hmm. с седлом на тиранозавре, то есть левел 50-й уже. И На птеродактиле тоже дядя летал. На птеродактиле, да, летал. Ну, собственно, там всё. Ты побежал. Давай серьезно. Сразу я тебе... Что ты мне? Приглас скину. Ты куда побежал? А, я сзади тебя. А. Я думал, ты наверх. Я хотел... Не. И мы по краешку, может, еще пойдем чуть-чуть. Так, как мне, подожди, access, tribe, да, accept. Ой. Я хотел чуть-чуть, совсем чуть-чуть тача, соломы набрать, потому что нет, мне ни топора, ни кирки, ничего. Ну смотри, тут в принципе тоже много довольно домов уже застроено, но правда дома соломенные по большому соломенные счету. Соломенные люди, то есть приходят с каким-то опытом и уже начинают пытаться что-то делать, но сильно не разгуляешься пока в начале. Да. Поэтому пока так и соломенное все. Все равно надо проводить время в игре, и чтобы получать вот уровни. Это как раз вот тот случай, да, когда ты спишь, твои враги качаются. Это лучший пример ММО варианта развития, потому что пока мы спим, все враги качаются. Поэтому играть только на запись мы не будем. Спать мы не будем. Да. Увы, по ночам иногда, да, мы можем поиграть, не можем записывать. Поэтому, да. Надо поддерживать в тонусе, к сожалению, тут персонажи. Бедные мы несчастные, мы так будем мучиться все это время. Так нехотя все это будем делать. Вы бы знали. Сейчас мне еще тоже так, дерево немного надо. Ну, тут очевидное. Пустота, конечно, сундуков. Я думаю, можно даже такую соломенную стену... Мне кажется, смысла нет там. И зубами разгрызть. А, да, вот я понял. Я думал, ты хотел сказать построить. Я думаю, что смысла вообще нет соломенную поначалу строить. Чтобы другим было, обо что зубы точить, скажем так. Да. Ну, хотя бы одно дерево есть, спасибо. Сейчас, подожди, я срублю тебе даму. Чего тебе не хватает? Чего мне не хватает? Сейчас всего не хватает. Кирку, да, всего не хватает, слушай. Мне бы флинтик. Даю. А, так, стой. Сейчас сделаем умней. Сделаем такс. Сейчас тебе сделаю топор и кирку быстренько. Давай, я пока. Подожди, кирку мне не надо, я кирку уже это. Поздно. Да. Ну, вот. Зато теперь у тебя две кирки. Ну вот, на тебе топор тогда. Так, где ты вот вижу. Угу. Спасибо.
Вчера мы бегали, искали подходящее место какое-нибудь интересное, чтобы было относительно безопасно, не на виду, скажем так, и чтобы был лес рядом, и вода рядом, и горы, важно, да. И горы рядом, чтобы можно было пойти, блин, металл пособирать. Смысл такие делать двухэтажные стены, я не понимаю. Вот, и вроде как нашли. Вроде как. Посмотрим, может, здесь там уже на этом сервере занято. Мы смотрели на другом месте. Mm-hmm. Какому-то бедолаге отдали, Антон отдал все свои вещи, разделся. Он все был кожаные, очень рад. Да, и уже метрические инструменты, все, выкинул ему. Вот, он от счастья побежал в воду. Сначала все забрал, с перегрузом бежал, Слава ему тоже вроде что-то скинул. Я не помню. Вот, и он переплыл речку, а с другой речки его ждал другой чувак. Который его... С копьем. Да. Да. Быстренько убил, я сжал все наши вещи. Жизнь простая штука. Сейчас проверим, насколько живучая черепаха. Ты говорил, что черепахи подняли хп. Очень хп подняли. Что ты делаешь, Слава? Ты будешь ее полчаса бить, ты чё? Ты уверен? Если не меньше, да. Да ее раптором грызть сейчас очень долго. У них там 1000 хп, а у тебя урон по пятнашке. 15? Да. Так может... О, смотри. Странно. Я ее вырубил. А ну стукни меня, разик. Потому что надо бить в голову. Стукни сейчас. Меня, разик. Сейчас я хочу мясо добыть. Добывай. Возьму кирку. Ага. Я пока себе буду поочередно качать стамину и переноску веса. Ну давай, так, подставляй. Да, давай, сейчас. Мой топорик. Бей. Я хочу пить еще, тем более. Топориком. На. А, 20. 20 урона. Надо голову окунуть в воду, иначе он не пьет. А ложиться не хочет, сволочь, в воде. Я думаю, что это не нужно. Даже там он, мегалодончик твой любимый, плавает, Слава. Ха-ха-ха. Плавничок торчит. Слушай, смотри, сколько здесь соломенных домов. Да-да. Вообще. Просто где-то в субботу добавили, по-моему, если я не ошибаюсь, европейские сервера, около 300 штук, вот, и... Или сейчас их всего стало 300 штук, может, там нумерация идет именно всех серверов. Вот. Тебя бурдюк интересует? Многие сервера полны, да, если у тебя есть... Да. Кожа. Ой, сейчас, спасибо. Все равно, Слава, телепортируются вещи. Ну так. Ну, а это мы да. Будем надеяться, что в любом случае это будет не так сильно заметно, как вот на старом нашем сервере. Так, смотри, там уже какой-то деревянный дом, смотри. Mm-hmm. Ну, нам все равно дальше. Дальше и... Дальше, и надо будет найти место, где можно перейти. О, Тирекс. Да. Смотри. Большой мальчик. Так, и копье сделаем. Ну вот, этому человеку здесь пока что хорошо. Пока что практически никто не может его домик разломать. Может, разве что кто-то уже прокачался до трицератопсов, до седла. Я сомневаюсь. Блин. Да, соломина на соломином. Угу. Мы, в принципе, можем вот здесь вот попробовать. Тут. Там, где Терекс, да, с другой стороны? Да, сзади. Почему нет? Ну, чё, там занят, кушает. Не будем мешать. Вон там у него стегозавры, двое, компашка. Трое. Можем мясо подождать. Ну да. Ну давай, я пока тут пособираю. Дерева немного. У меня, кстати, уже есть, по-моему, сырого мяса. 9 штук. Так, я не уверен, что мы дождемся мяса. Мы скорее дождемся своей очереди на... Своей очереди на мясо? На завтрак, да. Не, ну Терекс. Тогда пошли отсюда. Тем более там скоро потемнеет, надо что-то кровать хотя бы, спальники положить где-то. Скоро, не скоро. Ой, осторожно. Но спальники все равно тут, надо. Тут рогатый. Ой-ой-ой. Карнозавр. С кем это мы вышли? Воу. Смотри, как выходит, интересно.
Да, но он там хавает, он уже его убил, так что слава пошли. Да. Я хотел вмешаться. Не надо. Но лучше позволить природе течь естественным путем, скажем так. А ты помнишь, куда нам? Туда. А, монолит синий был рядом, да? Туда, вот туда, куда, да. А ты не хочешь кабанчика, Слава? Вот нет, этого? Я хочу дилозавра сначала. Слить. Или мы за кабанчиком бегать долго будем? А это так, тоже. В принципе, пока ягодки есть, поэтому, может, действительно, на ягодках кстати, пока протянем. Ягод, действительно, надо хрумать, пока они не испортились. Угу. Блин, не видно, какого нам... цвета этот обелиск. Нам по ту сторону. Ну, мне тоже кажется, что нам вот прямо. Этой гряды, скажем так. Вон еще один деревянный домик. И скорпиончик там ползает. Да, вот сейчас скорпиончики для нас будут проблемными. Мамонт. Мамонт. Кто еще не видел мамонт, вот там вот. Мамонтами, если их приручить и оседлать, можно дерево валить в огромных количествах. Очень быстро и эффективно. Так же, как трицератопсом собирать эти. Ну-ка проверим. Мне металл дали один, смотри. Пойдет. Круто. А ребята говорили, что вот надо просто скарм. Копать камни такие более темные, из них металл, ну, выше шанс, что дропнется. Ну, или вообще шанс, что дропнется, ну... есть. Мне что так нифига не падали, что так нифига не падали. Ну да. Ну, вот один выпал, и это мой первый. Первенец. Ой, Слава, там рапторы. Давай, может, чуть ниже. Ты куда наверх пошел? Там грифон еще, ну, в смысле... Вот многие ребята говорят, это не грифон. Понятно, что это не грифон. Угу. Археоптерикс, как-то они так написали. Да. Это первая птица... Ты где? Я сзади. Ага. Бегу. И вот там вот прямо был раптор. Подожди. Но, знаете, у нас не было возможности рассмотреть... И расспросить его поподробнее. Да. Кто он такой, как его зовут? Подойти и почитать его название. Кто его родственники ближайшие, да. Ой, смотри, тут сколько народу раптора бьет. Там семейство раптор, Слава. И ты сейчас под трицератопс тоже попадешь, он тебя как боданет разик другой. Ну, идем лучше, идем. Тут смотри, пошли, уже, что там, еще не темнеет хоть? О, за тобой бегает. 12, еще не темнеет. Не, что-то мне будет не скоро. Вон, кстати, раптор. Да, целуется, идем. Обнимается с грифоном, непонятно, что они делают. Не смотри, не подглядывай. Так. Некультурно. А что-то я кушать захотел вдруг. Внезапно. Потому что мы бегаем. А, тут холодно, Слава. Вот что это я... дело. Надо мясо жарить, срочно. Так, там прямо... Тут птеродактиль. Много. Всего и ой-ой-ой, тут птеродактиль. И там вон этот, Слава, прямо карнозавр. И он, по-моему, тебя заметил. Или по-моему, меня тебя. Заметил. Надо, короче, бежать. Ничего, бежим. Я ему поставлю свечку, подожди. Ну ладно. В принципе, их убить на самом деле очень просто. Они больше не поворотливые. Да, и все равно телепортируются, слушай. Алло? 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 Не телепортируй. Гадина. Ну, после как? Меня. Телепортируется, я даже не знаю. Телепортируется. Так. Да забей, не трогай этот камень. Лучше большие ломай. Я кушать хочу. Причем со страшной силой. Надо больше. Ягод нет? Соломы. Не, а я все съел. Ой-ой-ой-ой-ой. Стой. Слушай, птеродактиль, а ты что от меня хочешь? Или он подвести хочет, по-моему. Просто летает. Теперь жарко здесь, смотри. Ну никак он не найдет. Золотую середину. Так. Наш ГГ. Так, я сделаю костерчик, а пока пособираю ягод. Идем, может, в лес глубже, Слава, немного.
Вот там, в лес. Ты ж вспоминай, как в ДЗ. Надо по лесам прятаться. Да-да-да-да, сейчас. Только в лесу. Подлесок слабенький. Да нормально, это хоть кормить что-то. Кормить нечем. У меня в пузе вообще пусто. Так, вон там мертвый лежит. Воют. Этот, стегозавр и дом чей-то деревянный. Нам немножко не туда. Ну, сейчас я к стегозавру все-таки нам, приду. Нам левее надо свернуть. Мяско его заберу. А, он... Он просто спит? Может, его, кто-то наверное, приручает? Или его кто-то приручает, или его скорпион. Он кончес. Да, он кончес. Там не написано tameable as. Нет, не нет, написано. Нет. Значит, скорпион. Нет, tameable by... By... Да. Ну, ладно. Не Anyone. Anyone. Любой может затеймить его. У него может, это хп. Его так зовут. Ну, короче, давай, мочи его. Просто совсем рядом деревянный домик. Может, мало ли чем. Ой-ой-ой. Что-то куда-то аж перевернулось. О, Prime Meat. Лапчик. Так, немножко веса. Стак мяса уже. Yes. Я пока еще ничего не учил. Хотя можно, но по-моему, уже эти. Я копье выучил. Поэтому... Не, я копье тоже. Топор и копье это по-любому. Uh-huh. Спальник тоже учу сразу, наверное. А я бордюк не наполнил. А я, кстати, тоже. Ты мне дал, я его даже на панельку не вытянул. Uh-huh. Так, спальник. Для спальника нужно больше хайда. Так, пошли. Хайд. Иду. Я не сик. Просто бежим по лесу и спамим. Подожди, а бурдюк, может, пойдем наполним все же? И попьем заодно. Ягоды. Ягоды? Думаешь, нас ягоды спасут? Ну ладно. Будем надеяться. Так. Что-то синий обелиск потерялся уже немного. Ну, он справа, по идее, сейчас должен быть. Да, где-то там. Так. Мне тоже кажется. Ой-ой-ой, 7 FPS-иков. Угу. Зона загружается. Еще одна почему-то начала загружаться. Ну, вон, обелиск. Да, во, мы уже близко, Слава, смотри как. А то не они, слушай. По-моему, это может они. Может быть, да. Похоже. И тут, может, болото где-то рядом, нет? Ой, ой, смотри, там дом уже чей-то. Здрасте. И там... Возле болота. Будем соседями. Осторожно, не прыгай, мы же не на скорпионах. Mm. Давай обойдем снизу. Mm. Ой, слушай, там тоже были соседи со всех сторон у нас. Там как раз вообще никого не было в этой области, что самое смешное. Ну да, чуть-чуть ниже там были одни на полу. Полуобрыве таком. Чуть дальше еще одни. Сейчас пойдем оценим, о чем эти ребята здесь. Давай, может, может, все-таки спальники положим, попробуем. Сколько у тебя хайда? 20. Ну, один надо, можно только надо 25, сколько да, я помню. Да. У меня 13. Может, убьем кого-нибудь сейчас еще быстренько тут? Кстати, вот про вот этих вот ёжиков говорили, которые не ёжики, и тоже мне говорили, как они называются. Пошли с болота воды наберем, точно. Они, получается, своим хвостом металл добывают из камня. О, кабанчик, Слава, может кабанчика? Я копье, правда, себе еще не сделал. Смотри, слушай, там что, металлические стены? Не может быть. Фундамент металлический, Слава. Кто-то рецепт нашел, прикинь. Metal floor. И горит, стена. Горит костер внутри. Да. Но, как ни странно, ребята тут что-то не парятся приручением динозавров. И стенки металлические, и двери, там все серьезно, смотри. Я думаю, они нас очень быстро здесь увидят. Ну так, пошли в лес. Смотри, там дом на воде почти вообще.
Шли в лес, только там на место, в лесу глухом. Да. Ну, жалко, идем в любом случае наверх посмотрим на то место, да? Может, там тоже уже кто-то дом построил, да мы хоть будем видеть и знать. А потом спустимся там куда-нибудь. Я тут застрял. Я тут. О, там обелиск. Не обелиск, а этот. Да. Свет. Свет? В конце туннеля, да. Какого я уровня? 5-го. 5-го. Как раз минимальный есть. А, минимальный 3-й, по-моему. 5-й, там каждые 5 левелов. А, я, по-моему, 3-й был. Один какой-то, который... Да. Ну, может, не знаю. А, он только опускается. О, да, вон он. Так, ну идем вот сюда, в камни наши, посмотрим, что тут и как тут вообще. Тут такая трава высокая. Угу. Ну, ты ж понимаешь, да, траву не видно издалека. Это самое не очень приятное. Ну, вроде никого. То есть вот эти вот большие камни, они не ломаются и будут служить, в принципе, могли бы служить хорошим довольно-таки укрытием. И, во-первых, укрытием от лишних взглядов и от... ну, стенок, короче, меньше строить пришлось бы. А трава реально выше головы. Жесть прям какая-то. А хоть трава через фундамент не проступает, Слава, ты не помнишь? Тут паразавр, может его за это самим? Давай. Вот тебе копье в глаз. А, все. О, давай, так, кстати, топором. Из шкуры, то топором, да. Аж одна шкура и 3 мяса. Или 7. 5 шкур, у меня суммарно 26 выходит. Вон еще один паразаврик, идем еще его тоже. На мясо пустим. Куда-то убежал уже. А, он понял, что его брата убили. Ни хрена не вижу из этой травы, слышу. Да мы что-то спустимся, это здесь, по-моему, да, мы смотрели лесочек или. Да, вроде бы. Похож на тот лесочек. Ой, слушай, по-моему, спустился. Это фитюлька спустилась, мне кажется, уже. Ну, давай, я сейчас, может быть, все-таки. Ой, пардон. Блин, еще и пить хочется. Убежали. Паразавра сейчас этого попробую. А, вот здесь вот паразавр возле фитюльки. Возле фитюльки есть. Сим-сим. Откройся. Ой, куда он убежал? Куда ты убежал? Sleeping bag. Куча мяса. О. Неплохо. И шкура, по-моему. Неплохо что? То, что есть sleeping bag. А, 3 campfire. У меня 2 было. Water skin даже попался. Скорпиончик. Не надо. Ходи. Ухожу. Дружба меня к скорпиону привел, гад. Дружба с этими никогда ничем хорошим не заканчивается. Так. Воду я тоже все уже выпил. Надо искать новую. Слушай, а эта ж трава, она вообще, да, ничего с ней не собирается? Она не убирается никак. Похоже, что нет. Ну, по-моему, фундамент выше, оно не должно мешать. Но если не выше, то хотя бы такое же. Это будет как ковер зеленый такой. Я могу сделать, попробовать этот. Ты где делся уже? Соломина, я на камне тут стою, никуда я не делся. Соломенный фундамент один сделать, все равно нужно, чтобы... А слушай, на соломенный фундамент можно ставить только соломенную, да? И на деревянные стенки, и она... По-моему, металлический. По-моему, я не знаю. Я не пробовал. На каком ты камне, Слава? Я вроде пришел там, где фитюлька была. А, я тут тоже убежал. Я побежал туда, куда, неважно. Фитюлька. Сейчас фундамент сделаем один. Не хватает суммарно
еще двух. А зачем, зачем ты делаешь там фундамент? Я хочу посмотреть, на какой высоте он будет находиться. А. И насчет как травы? Это, как это все будет выглядеть, да. Если чисто теоретически. Так, надо, надо пока я занимаюсь этой фигней, надо поставить костер где-нибудь по центру. Поставить мясо жариться. По центру чего? Подожди, по центру всех камней этих. А, хорошо, я тебя уже вижу. Попытка номер два. Убить паразавра без скорпиона. Тут пробельчик есть небольшой. А, это другой уже. Сейчас мы один из моих костров поставим здесь. Потому что у меня уже два стака мяса, чуть больше. Так, снова место для дров оставить. Которых надо еще нарубить дополнительно ко всему. Хорошо, фундамент. У меня дров немного есть. Закинь костер. Ну, вот так получится. Сейчас я скрафчу себе спальник. Копье. Наконец-то. Так, алло, что происходит? Алло. Это как-то странно все. Я тоже спальники налил, я буду воды наберу. Все три буртика, которые у меня есть. Давай, я с тобой. Надо местность изучать. Нет, это не сюда. А где же? Болото где же? Я же было, по-моему, с этой стороны. Блин, реально вообще трава выше головы, нифига не видно там. Это чей-то хвост. Ага. На болото он не похож. А, ну вот там. А дом? Да? Нет? Да, по-моему, где-то там, в той стороне. А вон слава блестит, по-моему, уже внизу. Ты думаешь, что вода блестит? Может что-то еще блестит? Не знаю. Может, конечно, что-то и может. Вода, вода. Вода. Сейчас вот как-то мрачненько так на уличке. А, это болото как раз-то, да, Слава? Скользящее. Угу. Угу, вкусненькой водички с болота набрать. Чистое здоровье. Да, сейчас я себе тоже, наверное, может, сделаю парочку фляг дополнительных. У меня есть еще одна, давайте выкину. У тебя сколько? Ну, у меня всего суммарно три получается. Ну пусть будет три, у меня пока. Так я не успею всеми воспользоваться. Да успеешь, больше работай, быстрее всем воспользуешься. Вот это мотивация. Так, а вот еда у меня заканчивается. Да, ну пошли за мясом в таком случае. Идем, я свое тоже кину жарить. Возможно, придется ставить второй костер рядышком, потому что там и так два стака. Угу, ставим. Может, мы лучше определимся с местом, где мы будем обитать, и там пойдем ставить костры уже и все остальное. Дерево рубить для дома. Ну вот и пошел, не сном скорпион был. Как в таком доме жить? Я скорпион. Так куда я пошел? Я тут вот рядышком был. Он за камнем здесь, за этим. Я устал. Так, 5 мяса есть. Гниль мы заберем, это мы заберем. На. Жарься. Так, докину своего. Можно ягодок пока покушать. Держи. Сзади. Угу. Ну, в принципе, нормально с фундаментом. Трава не мешает особо. Так, где ты мяско? Вот. Как раз темнеет, мы костер разожгли. Все нормально. Все по плану. Так, что там, стаминку еще пока. Пам-пам-пам-пам-пам. О, тут еще один луч спускается. Фитюлька еще одна. Учу пока до спешки. Подугляну быстренько.
Эту фитюльку, если ее уже не фитюльнули. Ага. Что? Ну, она еще такое спускается. Но уже близко. И вроде не... конкурирующих фирм нет, пока я не вижу их. Во всяком случае. Сейчас мы узнаем. Зеленая. Я вот не помню, зеленая на каком уровне открывается. Пятом, десятом, пятнадцатом. Не помню. Я пока не выучил цвета. Синяя 25-я, это я запомнил точно. Я видел на 45-й одну. Пару раз было, ложался. Вот красную я видел, но я ни разу к ней не подходил. Красная, да. Так, ну давай, я готов получить твою благодать. Supply crate, 100 из 100. E to open, давай. Ты же хочешь, чтобы тебя открыл. 15 уровень, черт возьми, зеленый. Окей, okay, надо запомнить. А, тут еще синий рядом. Слушай, это какая-то мекка. Ну, синий нам не поможет пока что. 25-й. Тут зверья тоже столько. Тут тебе и Дода, тут тебе и Дило. Дода, что ты думаешь, где мы будем жить? В камнях или все-таки в лесок спустимся? Меня, в принципе, в камнях устраивает. Думаешь, что вот тот вот товарищ, который с металлическими этими, он нас не спалит и не это? Потому что, это ж понимаешь, он очень легко к нам войдет уже. А, он что, себе ногу сломал? В положение. Не прыгай. Больше не буду. Дерева не хватает, черт возьми. Не кушай меня. Не ешь, мне невкусный. Слышишь, динозавр? Ну или подожди, пока это себе сделаю. Ой. Давай, копье делайся. Кстати, можно еще, может, парочку сделать копий. О, факел надо сделать. Героическое противостояние. Кыш. Ха-ха-ха. Что, кто здесь Homo sapiens? Хотя тут еще не sapiens, тут просто erectus, мне кажется. Ну мы ж, Слава, не в доисторическом мире играем, у нас тут это... Серьезные нанотехнологии. Знаешь, я вот этот образ наблюдаю, всех этих... И тебя, и себя. Если чаще посещает вопрос, да. Сапиенс или... Все-таки эректус. Так, я тебе сделал штаны, чтоб ты... О, чтобы не было видно эректус мой, я понял. Да. Блин, я спальник положить все хотел и пойду куда-нибудь сейчас приныкаю, попробую. Блин, ни хрена не видно уже. И на этой чудесной ноте, я думаю, можно заканчивать серию, все равно уже ничего не видно. Прощай. А ты положил спальник? Да. Как ты? Я думал, там можно было обойти, там не... Оказывается, там нельзя было обойти. Понятно. Так, сейчас посмотрим. О, да, отлично. Я ничего не вижу только. Включи костер какой-нибудь. А, вижу свет. Я иду на свет. Так, а я иду наоборот. Я к синему лучу иду. Вот он я. И дождь вода, пошел. Вода. Отлично. Прекрасно. Так, где-то здесь надо было... Костер скоро потухнет, я тебя предупреждаю. Поэтому... О, я знаю, что я сделаю. Я фундамент сломаю. И получу немножко дерева из него. Блин, какой-то тут лысый такой этот склон. И спальник некуда даже приткнуть. Ладно, короче. Приткну куда-нибудь сюда. Будь что будет. Так. Да, ты хотел прощаться. И я хотел. Да. Я не могу спальник положить. Беда какая-то. Все. Да, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы, с одной стороны, извиняетесь, что так получилось, что мы начали на новом сервере играть, но мы надеемся, что здесь будет лучше. Лаги хоть и не исчезли полностью, как мы уже заметили в этой серии,
но все же надеемся, что будет полегче, чем там, потому что там иногда была просто жесть нереальная. Да? Да, спасибо за просмотр, за лайки. Не забывайте ставить лайки, они нам очень помогают в развитии канала, и мы понимаем, что нужно чаще записывать, а не только играть не на запись. Пока. Целый лобик.